Олег Алексеевич, у вас сегодня будет много подарков. Вот сюда остановитесь. Да, они все равно увидите, рано или поздно. Может, покажите всю девятку сейчас. Не показывайте. Так вот. На самом деле люди по-разному готовятся. Знаете, бывают подарки разные. Бывают богатые, бывают недорогие, бывают сердечные. Но дело в том, что я необычный такой батюшка. Я просто дьявол. Мне подарок скромный, но я думаю, что запомнится. Олег Алексеевич. Я вам сейчас подарю того, без чего невозможно человеку быть по-настоящему счастливым. Вы уделяете внимание всем. Парам. Вы уделяете внимание гостям, постоянно вступая с ними в диалог. Искренне и сердечно. Самое главное, чтобы они только ответили взаимностью. То, что касается людей, друзей, они здесь все. Олег Алексеевич, вам не хватает времени на семью. Вам не хватает времени на детей. Вам не хватает времени просто на то, чтобы заняться собой. Поэтому решил подарить вам вас. Похож? Это ручная работа. Девочка работает, я так и даю. Вот, поэтому я хочу, чтобы вы на него смотрели, уделяли внимание ему, не забывали про себя.